Итак, мы въехали в Западно-Казахстанскую область. 10 июля. Поехали. 1160 километров от Москвы примерно. Помощь тоже, что мы записываем свой таймер. Да, мы записываем бесконечные степи. От России они отличаются чем? От Саратовской области. Все то же самое, ландшафт, но в России сажают деревья, которые разграничивают поля друг от друга, посадки. Так вот, наша первая съемка.